Полицейские Чебаркуля поймали наркосбытчика. Молодой парень делал закладки гашиша и синтетики в Челябинской области. В машине 19-летнего подозреваемого нашли упаковки, в которые мог быть расфасован наркотик. Еще 6 пакетиков с гашишем и синтетическим наркотиком обнаружили в лесу. Позже нашли еще около полусотни закладок с аналогичным наркотиком. Парень делал схроны в Чебаркуле и Миасе. Сейчас он под домашним арестом. Ему грозит до 20 лет колонии.